стартуем прямо сейчас с новым эпизодом Maxom Trance под номером 451. Много красивой танцевальной ждет вас в ближайший час, а именно свои треки для вас представят Джек Винс, Маркус Шульц, Экзи Майнс и Александр Комаров, Мартин Де Йонг, а также вашему вниманию предстанет гостевой микс от диджея и музыканта из солнечного Санкт-Петербурга. И скажу по секрету, у нее сегодня день рождения. Да-да, именно у нее. Потому что сегодня в гостях в студии Make Some Trance диджей, дамы и господа. А начинаем мы с композиции под названием Make It Out Alive от дуэта Чуя и Икста. И это Perfect Tune сегодня. Меня зовут Руслан Родригес. Вы слушаете Make Some Trance 451. Поехали. You listening to Make Some Trance Radio Show. This is the perfect tune. I don't feel the fire burn for us anymore. We try to keep it alive by using the wood from our back door. And we both ran through, no more me and you, just faded new. I don't feel the fire. You can't see it from my side. You don't see it through my eyes. And God knows I've tried, but I've got no
Trance Radio Show.
time cast a spell over me, and when my love flying colors enchanted me out of the blue, can't stay away from you. You touch my heart like no номер 451 Make Some Trance. Только что ваша колонка Some Let Me Favorite на этой неделе становится трек от Александр Турок и Шерон Валерона. Played All Night Long. Так называется он. До этого отличный трек прозвучал в исполнении Юрия Яворовски. Под названием Soul Rising. Label Transmission. А также Exy Minds и Александр Комаров представили нам свою новинку под названием Time to Waste. Label Interplay. Ну что ж, друзья, прямо сейчас пришло время для сегодняшнего гостя. Это диджей и музыкант из славного города Санкт-Петербург. Встречайте, диджей. You listening to Make Some Trance Radio Show. Друзья, всем привет. Надеюсь, что меня слышно. Друзья, я оставшееся время трансляции с вами. Я диджей. Руслан, спасибо огромное за приглашение. Надеюсь, что вам понравится. Будет много хорошей музыки. И в конце выпуска вас ожидают эксклюзивы. Я до них дойду, поэтому не переключайтесь. We'll be right back.
Конечно же.
some trance. Make some trance. Make some trance. Make some trance. It doesn't feel the same beyond the broken waves. There's no defeated hearts with just a little faith, and so I wait for you through the faded light. It's the start of another day, and we'll shine again. I promise I am the warrior who came to fight you, cause I am alive when the war's outside your door. Cause you are the right, you're no longer wrong. We'll be right back.
Make Some Trance Radio Show.
слышали в исполнении диджея. Спасибо большое за то, что приехала в Рязань, приняла приглашение и поделилась с нами таким классным сетом с большим количеством отличной музыки. И, кстати, друзья, у Жени сегодня день рождения. Давайте ее поздравим и пожелаем всего того, что нужно для счастливой человеческой жизни и, естественно, новых музыкальных свершений. Жень, хочется спросить у тебя, какой сет, что в нем было, какие, может быть, новиночки ты для нас сыграла, что ждать от твоего музыкального в будущем. Ну и пожелай всем нашим слушателям что-нибудь. Ну, начнем с того, что все наши слушатели пускай желают мне что-нибудь, потому что я сегодня именинница, поэтому, во-первых, ваши впечатления о моем сегодняшнем сете в комментариях, во-вторых, буду ждать ваши пожелания, поздравления, конечно же. А вам, друзья, я желаю самый классный, самый замечательный, вдохновляющий музыки, как это было сегодня на шоу. Я надеюсь, вы тоже так считаете, конечно же. И я говоря о своих каких-то планах, перспективах, сегодня, да, сегодня были новиночки. Успела отыграть два ID-трека. Выйдут они в мае и в июне. Вообще сейчас такой будет ряд релизов, я бы сказала. И в дальнейшем я уже собираюсь заняться вплотную сольными своими работами, потому что я считаю, что давно пора. И это будут уже более медленные треки. Это будет не Афлифт, это будет прог. Поэтому, друзья, ждите. Ждите. Да, мы ждем от тебя новых работ. С удовольствием будем представлять своему радиошоу. Спасибо тебе большое, спасибо за сет. Друзья, диджой! Ну а завершаем мы этот час треком под названием Flexwork от Mark Versalus. Лейбл To Rock Beside. Ну а мы с вами прощаемся ровно на одну неделю. Мне было с вами хорошо, творите добрые дела. И пусть у вас все будет хорошо. Меня зовут Руслан Родригес. Диджой, пока!